Известная в Карачаево-Черкесии не только бабушка-блогер Баблина Лепшокова, но мало кто знает, что женщина, у которой позади 9 десятков лет, внесла весомый вклад в образование и воспитание нескольких поколений в республике. О жизни педагога и популярной бабушки. Алихан Лепшоков. 92-летняя Баблина Лепшокова известна своими смешными роликами. Харизматичная старушка любит печь блины, вязать и смотреть сериалы. Снимать веселые ролики помогает внук Аслан Альмиисов. А сама идея съемок появилась в период карантина. Но мало кто знает, что бабушка Баблина достаточно долгое время проработала учителем, дав путевку в жизнь нескольким поколениям нашей республики. Она вспоминает, что обучать приходилось не только детей, но и взрослых. У меня второй ребенок родился. Меня попросил директор, чтобы взяла какой-то класс. Второй класс, по-моему. Я взяла второй класс. Второй, третий, четвертый. В общем, их учила. Вот так. А так в вечерней школе я долго работала. Ну, там в вечерней школе взрослые люди учились тогда. Оттуда приехали все неграмотные. Многие не умели даже заявление писать. Я не ожидал, что наши ролики станут такими популярными. Самое главное, я хотел поделиться веселыми моментами жизни моей любимой бабушки, отмечает внук Баблины Аслан Альмиисов. Я пробовал много чего снимать, но ничего не набирало просмотры. Потом по приколу навел камеру на Баблину, и в ней, я не знаю, как все звезды, что ли, сошлись. Она прям начала активно разговаривать, ей самой это понравилось. Я закинул это в ТикТок, и вуаля. Вот все абсолютно спонтанно, даже цели не было стать блогерами. Вот именно после того ролика, самого первого, начался большой актив. Люди начали подписываться, спрашивать, требовать, давайте еще ролики. Она человек с активной жизненной позицией, и нам приятно, что много людей отмечают талант нашей мамы, уверяет дочери бабушки Баблины. После школы, вот во взрослой жизни уже я знаю очень многих ее учеников, которые с уважением всегда и спрашивали, и передавали приветы и так далее. Ну, ее ученики, я имею в виду. Учитывая ее возраст, степенный, можно сказать, ей 92 года, так она ничего, хорошо себя чувствует, ведет активный образ жизни. Вы можете это наблюдать, все ее эти съемки и так далее. Ну, вы знаете, мне кажется, вот этот ее секретик, что она вот так долго и в таком здравии, в этом, она очень позитивный человек. Совсем скоро начнутся новые съемки с бабушкой Баблиной, так как самое ценное для меня, помимо популярности, видеть ее беззаботную радость, подчеркнул ее внук Аслан Альмиисов. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.